В областной столице показали закулисье мирового балета. На картинах вдохновение краснодарский художник искал в лучших театрах страны, а теперь его работы выставляют по всему миру. Сам он намерен задержаться в Самаре, чтобы приступить к новому циклу. Об искусстве, красивых женщинах и спорте в интервью он рассказал нашему корреспонденту Татьяне Пудовой. Он не мечтал быть ни летчиком, ни космонавтом. Как-то в детстве, увидев по телевизору балет, Сергей Яшин влюбился в него навсегда. Его знают по миру как мастера хореографических заметок. Эти он делал в Мариинском театре. Часами наблюдал за сценой, за происходящим. Балерины изображены даже не в реальную величину, а еще больше. Большие холсты, они более монументальные. И, мне кажется, вот зрителю, то есть больше выразительности. Здесь соединилась строгая пластика и игровое начало. Здесь в данном случае та гамма, которую мы видим, она как бы вроде бы такая жесткая. На самом деле, если вы глядитесь, то увидите массу таких цветовых оттенков, где красный, где оранжевый. У него здесь есть очень много интересных приемов, включая коллажи. Это когда одна текстура или одна фактура соединяется с другой. Однако живопись занимает не все время художника. Сергей Яшин еще и спортсмен. Я занимаюсь большим теннисом до сих пор, я люблю спорт. Там рядом со мной были корты, где я жил. Я же из Краснодара. Параллельно его выставки проходят в Париже, Нью-Йорке и Лондоне. А сам он планирует задержаться в городе на Волге, чтобы начать работу над новым циклом про самарский балет. Татьяна Пудова, Егор Майоров, Новости губернии.